В Волгоградской области с помощью 21 автоматизированного поста ведется регулярный мониторинг радиационной обстановки. Как сообщили журналистам телеканала «Волгоград-1» в пресс-службе областного комитета природы, поступили обновленные данные за июнь 2024 года. Так, параметры остаются в пределах нормы – от 0,092 до 0,152 микрозиверта в час. Это естественные показатели. Техногенная активность в регионе не зафиксирована.